На площадке коворкинг-центра «Старт» химчан преклонного возраста обучают компьютерным азам. Проект, получивший название «Компьютерная азбука», позволяет пенсионерам получить базовые знания по графическому редактору, текстовым документам, работе с поисковыми службами интернета. Это уже второй набор. Ранее в центре двухмесячное обучение прошли более 60 пенсионеров, получили сертификаты и стали уверенными пользователями ПК. К нам пришли люди, которые боялись держать в руках мышку. В конце курса каждый из них уже, можно сказать, стал уверенным по своим меркам пользователем, мог записаться на прием к врачу, мог зайти на сайт госуслуги. Второй поток получился более обширным. Сейчас в центре проходит обучение сразу несколько групп. Вера Осипова больше 45 лет проработала в детском саду и сейчас столкнулась с необходимостью научиться работать на компьютере. Я совершенно не владела, только включить и выключить. Теперь мы можем и в интернет. Вот я, например, сейчас нашла свою деревню в Ярославской области, то есть в адрес деревни. Это очень интересно и вообще, конечно, очень полезная вещь. Было страшно, потому что не знаешь, что это, но сейчас уже понимаем, что не так сложно, и можно этим овладеть. Коворкинг-центр создали пару лет назад для поддержки начинающих бизнесменов. После спектр услуг стал шире. В дальнейшем здесь планируют вести и другие обучающие курсы.